Сараеве. Траурная годовщина. 20 лет назад Республика Босния и Герцеговина обрела независимость от Югославии. 20 лет назад началась Боснийская война. На Сараевском мосту мемориал в память о первых жертвах, участницах демонстрации за отделение. Это случилось 5 апреля, а завтра была война. Я думаю, люди погибли напрасно. Никто ничего не достиг, ни одна из сторон. Может быть, кто-то считает иначе, но я думаю именно так. После признания независимости страны Евросоюзом 6 апреля началась осада Сараева. Она длилась 3,5 года. Эта женщина стояла в очереди за хлебом, когда рядом упал снаряд. Тогда погибли более 20 человек. Мне не только удалось выжить, я снова научилась ходить, сидеть, вставать, писать, то есть делать все то, что мы обычно принимаем за должное. Я гордилась собой, я как будто снова начала жить. В этот день в городе пройдет концерт, на котором вместо зрителей будут более 11 000 пустых мест, согласно количеству жертв трехлетней осады Сараева.